Всем привет! Сегодня мы будем играть в игру Evil Nun The Broken Mask. Здесь вышло много обновлений, здесь добавились две главы. Это сатанинский ритуал и глава лабиринт. Сегодня мы будем проходить одну из этих глав. День первый. Так, ну вот, мы уже очутились в этой школе. Нас поймала злая монахиня. Ну что, сегодня мы проходим первую главу, или сатанинский ритуал это будет, или же глава лабиринт. Глава с лабиринтом. Сейчас мы ищем предохранитель, чтобы попасть на другую часть школы. Мы будем искать Грааль. Но монахиня пока что там молится, мы все наши дела сделаем по-быстрому. Ну, все-таки она меня не видит, чтобы она не мешалась, мы будем впервые проходить. Так, ну все. В смысле? Нет электричества, почему? Ну-ка, проверяем. А, ну смотрите, вот оно что. Нужно было еще раз потянуть, то есть забаговалось немножко, ну ладно. Ну все, проходим тогда дальше. Из-за ворот поднялось много шума, сейчас за мной двинется монахиня. Ну, может быть, еще новые зоны открылись, но это точно так будет. Кстати, и Грааль, скорее всего, где-то рядом. А, эта дверь заперта, она открывается с другой стороны, это новая зона будет. Нужен ключ от кладовой для белья. Грааль где-то здесь. А где именно? Ну, где-то поблизости находится. Может быть, там где-то. Попробуем его найти. Сейчас будет целый поиск. Нужно сейчас по всей школе ходить и искать этот Грааль. Нет, он навряд ли там будет в спортзале. Будем искать в другом месте. А может, на крыше вообще? Кстати, а возможно такое дело тоже. Поэтому нужно искать во все глаза. Ну, давайте заберемся на крышу, посмотрим. Может, он там все-таки? Ну, вроде бы Грааля там вообще не видно, на той стороне. Ну, смотрите. Ну, через фоторежим я навряд ли найду. Нет, ну, так уж и не видно. Так не поймешь что-то. Но зато красиво выглядит школа. Ну, конечно, это не отсюда фоткать. Лучше бы. А с другого какого-то места. Может, мне как-то спрыгнуть на эту крышу, вот эту вот. А, смотрите, Грааль там. А я не разобьюсь? Мы не разобьемся, если спрыгнем. Даже не знаю, что делать. Рискнем. А ну-ка давай. О, все в порядке. Хорошо, Грааль, скорее всего, это вот этот. Вот, он здесь, да. Еще и смотрите, на краю вот лежит. Главное не упасть отсюда. Очень высоко. Мы точно разобьемся. Так, ну теперь как-то слезть нужно отсюда. А, ну смотрите, вот как придумали. Вот отсюда будем слезать, значит, вместе с Граалем. И сейчас нам нужно следовать в бункер. Это мы только-только-только нашли Грааль. Мы еще не начинали даже главу проходить. А, стоп, я не туда иду. Видно же.
маршруту сбился вон туда, за монахиней. Монахиня ведет в свой жестокий лагерь. Знали бы мы, что это был все-таки обман, когда нас заманили в этот лагерь. Нас сюда привезли, к этой монахине. Это всего лишь я нашел Грааль? Серьезно? Ну все, наконец уже побыстрее вот запустить какую-то главу. Посмотрим, что выпадет, кстати. 50 на 50, как можно сказать даже. Может, 40 на 60. Скорее всего, сатанинский ритуал выпадет первым. Ну да, это, скорее всего, он будет. Ну да, это оказалось так. Теперь мы должны подойти той серой или черной двери, чтобы ее открыть. Там что-то будет. Там новая зона. Ну, по сути, как в мобильной версии, нужно сделать из макета дьявола, чтобы монахиня туда подошла молиться. А мы заберем такие ключ, откроем сейф и возьмем кусочек маски. И типа ее уже по чуть-чуть будем собирать. И соберем этот кусочек. Но это дальнейшие уже действия будут идти. Кстати, хотел бы ее у фонтана сфоткать. А, ну только здесь где-то получится и все. Дальше не продвинулся вперед. Ну давайте как-то так. Вот здесь. Все, щелчок выполнен. Стоп, не в ту сторону снова. Я уже у фонтана такой был. Так, ну мы идем туда. К черной двери. Нам нужно ее открыть. Что это за код? Может, это для другой главы или для этой же? Так, ну ищем, где эта серая или черная дверь была. Где-то поблизости, я помню. А, ну вот она. Все. Отличная работа. Сейчас я расскажу, как заполучить этот кусок маски. Нужно отвлечь сестру Медлин, и в этом случае ее фанатизм сыграет вам на руку. Это класс какой-то. Может, что-то в столах находится? Но это нужно дело проверять, конечно. Не уверен, но возможно. Это ж не один класс здесь еще. Скорее всего, так. Найдите скелет. А, ну понятно. Это проще всего, конечно, будет сделать. Только пока что мы эту зону не исследовали еще. Особо так. Но мы все-таки найдем этот макет очень просто. Так, ну монахиня мешает мне смотреть, но здесь ничего нет, скорее всего, в этом классе. Так что следуем дальше. Там ангел висит. Серьезно? А можно сфоткать как-то прикольненько? Чуть-чуть отсвечивает еще. Смотрите. Ну вот отсвечивает. Ну, можно было бы прикольно очень сфоткать. Что-то по фотографиям мне не очень сегодня. Ну, я пробую что-то делать. Получалось все-таки еще и лучше. Но если что, мы еще вернемся, сфоткаем обязательно. Продвигаемся дальше. Это другой класс. Е-класс. Второй Е. О, кручка. А, ну все понятно, просто вставить в
в эту катушку, скорее всего, и просто опустить этого ангела. Мы же крыло должны будем забрать. Значит, это так надо делать. По сути, размышлять, если это просто. Вот смотрите, опять же, отсвечивает. Не могу сфоткать никак. Что-то не получается. Может, настройки поменять немножко вот здесь? О, это вообще темно. Но так особо красиво не получится. Либо я забыл просто немножко, как тут эти режимы настраивать всякие и фоткать. Экранное качество. А, ну это лупа, давайте лучше X1 поставим. Ну это поворот, каталог. Ну, во, можно было и так, с такого ракурса. Только остается настроить, чтобы было четко видно прям. Ну, не знаю, как получится. Либо я буду потом после видео переделывать фотографию. Может быть. Либо я вырежу момент где-то здесь, как я буду фотографировать этого ангела. Потому что я таким образом буду это делать очень долго. Вспоминать это дело. А мы, по сути, сегодня в основном проходим главу. Сатанинский ритуал. Ну вот, скелет найден, по сути. Я могу нарядить скелет и сделать из него Бафомета. У меня есть ключ. Так, ну здесь немножко обойти надо. Что это? Здесь. Кабинет Мэдлин или чей еще? Мой дорогой сын. Ну да, скорее всего так. Я пишу это письмо и сильно тревожусь. И поняла, что тебя не видела слишком давно. Ну, наверное, Роду пишет. Батарейку, скорее всего, можно вставить в какое-нибудь устройство. Или вон в то радио, которое там было рядом со скелетом. Я вроде бы это видел. Ну, это для этого, значит. А ну вот, здесь радио. Да, как раз это так. Хорошо. Так, ну, сейчас вернемся за ключом. Фотографии можно делать, конечно, много. С этим фоторежимом здесь можно и заморочиться, и просто пофантазировать немножко. Там какие-то прикольные места сводить эту монахиню и сфотографировать ее. Ну, конечно, это делать лучше на призраке, чтобы она вас кувалдой не шандарахнула по голове. Ну, хотя можно и делать и на других режимах сложности, только нужно быть с ней немного осторожнее. Так, ну вот. С этой дверью белье. О, жуткий лоскут нашли. А, ну понятно уже. Еще голову козла надо будет найти. Ну и два крыла ангела, скорее всего, и все. Так, ну что? Наконец-то мы доходим до этого места. Мне удалось найти голову, а причем голова здесь? Голову мы еще не нашли наверняка. Мини-баг какой-то получился. У нас то ли дождь там идет, или то ли град. Или вместе. А я продолжаю проходить. А, ну вот, здесь всякие головы животных находятся. Нам нужна голова козла. Вот, я сразу же нашел. Тут голова лося есть. Голова коровы.
Голова рыбы, Марлин. Так, еще там голова свиньи, походу, да? Угу. Хотел сказать кабана, но это свинья все-таки. Так, ну, кстати, можно монахиню сфоткать. А почему так темно? Почему так темно? Ну, сейчас самый топ было сфоткать, просто слишком темно. Поэтому не знаю, что сделать. Как поменять это дело. Ну, монахиня уже ушла. Может, еще раз попробовать? Да нет, ерунда какая-то получится. Что-то сегодня не получается мне делать такие невероятные красивые снимочки. Ладно, не будем на это время тратить, пока что продолжаем проходить. И остается что-то еще найти. Два крыла вот этих как раз таки нам нужно найти. Ну, точнее, не то, что уже найти, а забрать их. Кстати, нам понадобится лом, потому что мы должны будем отодрать, скорее всего, от ангела вот эти крылья. Поэтому нам нужен лом. А для начала мне нужна метла вообще. Только я ее вот хожу и не могу найти нигде. Может, сюда? Хм. Серьезно. Так, ну, теперь мы будем получать лом. Yes. Из-за лома поднялось много шума, как всегда. Кстати, а мы вообще вот так будем успевать выбегать, да? Если я так буду каждый раз делать, то через обычный побег мы сможем просто пройти. Кстати, можно будет сейчас монахиню еще здесь сфоткать у ангела. Как раз возле ангела вот этого. Ну, это не очень. Можно что-то и получше придумать. Кстати, ангел без одного крыла уже. Но второе нужно отодрать, скорее всего, это точно. Да не, ерунда какая-то. Опять такая темнотища, смотрите. Стоп, а как эту темноту убрать? Усиление, вот. Вот оно что. Ну да, здесь позаморачиваться придется, чтобы что-то сделать. Прям профессиональный снимок, это целый труд, чтобы сделать. Ну, не обязательно, конечно, профи-снимок выполнять. Но я хотел вот такую монахиню возле ангела сфоткать как раз. Вот, давай. Ну, она в дурацкой позе такой стоит, можно так сказать даже. Правое крыло. О. Ну, не знаю, давайте попробуем сделать. Конечно, с двумя крылами ангел лучше выглядит, по сути, что. Так, ну ладно. О, ну-ка, вот здесь. Вот, 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 вот так как-то. Ну, наверное. Особо не будем заморачиваться, попробую еще вот это и все. Ну, не знаю, видимо, хватит. У нас и фотосессия на сегодня, небольшая фотосессия. И
плюс прохождение главы «Сатанинский ритуал». Я думаю, что я смогу пройти, потому что мы, по сути, с мобильной версии мы знаем, как это проходить. Я могу для вас оставить подсказку, где я прохожу в мобильной версии эту главу. Так, ну все, отстегиваем эти гвозди, наконец-то левое крыло забираем и идем к этому дьяволу, ну, которого мы собираем. Ну нет, ангел уже как-то не так уж красиво будет смотреться. Ну, не знаю. Ну все, костюм для скелета готов, радио работает. Мы уже дождались эту Мэдлин, и все, забрали ключ от сейфа ее. Так, ну что, куда нам идти? Куда нам идти? Где ее сейф? Знать бы. Здесь мы не были еще. А где ее сейф? Можете сказать, пожалуйста, где этот сейф? Но он не здесь. Да где его искать-то? Его здесь тоже нет. Но я не знаю, где он может быть. Сейф Мэдлин. Странно. А где? Может, у креста того все-таки? Навряд ли вроде. Ну... Нужно поискать, в общем. Это последнее, что мне остается сделать. Получить кусок маски и все. И продвинуться в бункер. Ну, да, ключ от сейфа Мэдлин. Ну, скорее всего, где крест, там где-то сейф должен быть. Главу «Лабиринт» я уже оставляю на следующее видео. Там потом еще несколько глав выйдет. Это получается уже 3 главы имеются, да? Так, ну вот. Все-таки сейф был здесь. Кусок маски есть. Журнал заданий обновлен. Ну все, мы по сути все сделали почти. Все, теперь мы продвигаемся в бункер. Всё, ну наконец-то. Ну и все, сейчас Грааль улетит от нас, потом мы будем его снова же искать. Не знаю сколько. Ну, на этот раз я очень долго что-то искал. Надо будет в следующий раз еще быстрее это попробовать сделать. Ну, найдем кусок маски. Давайте мы на этом закончим. Сегодня мы прошли главу «Сатанинский ритуал». Всем спасибо за просмотр. Всем пока.